Алло. Да, привет, привет. Привет. Привет, я немножечко в эфире сейчас в прямом. Но это не мешает. Давай, перезвони когда. Не, а чего? Я, собственно говоря, к часу иду туда. Ага, ну то есть я ничего не изменил. Все, да? Все нормально, тишина. Ага, все хорошо, давай. Давай. Звонил Владимир Мартынов, он пригласил меня поучаствовать в записи его нового опуса для фортепиано, и точнее это будет не запись, а съемка. В общем, он увидел мои ролики, как-то особенно не расхваливая, сразу позвал. Видимо, его впечатлил телефон. Но это очень хорошо, я дико рад, что наконец-то мы с ним становимся друзьями, потому что он вообще-то много лет уже меня сторонится, как такого не всегда правильного и приятного собеседника, наверное. Но неважно, может быть, ему Татьяна запрещает. Кто его знает. Смотрите, я в расфокусе. Интересно, я сейчас поправлю этот вопрос. Давайте слушать. Как я люблю это место. Знаменитый чайный домик. Здесь встречаемся с композитором Мартыновым. Смотрите, какая тут волшебность и с точки зрения света, и всего. Здесь у нас Банковский переулок, но мы пойдем туда, где свет. О, какая красота. Обалдеть. Как хорошо, что есть телефон, который может это снять. Здесь какой-то совершенно невероятно волшебный старинный дом, который почему-то не сломал Собянин. Почему ты не сделал, Сергей Семенович, это? Мне приснилось. Может быть, я сюда иду? Вот это просто, я не знаю, что такое. Я хочу обойти со всех сторон, пока Мартынов не пришел. Вот это, конечно, волшебно. Там что-то такое еще. Я за светом, за солнцем. Да, наверное, скоро уже этого не будет. Любимый квартал. Но где же композитор Мартынов? Ты знаешь, я чуть дальше проехал. Почему ты сказал, что китайский домик где-то там? Не важно. Сейчас, видишь? А? Чудесная погода, я говорю. Да, вообще. Тоже как бы фиксирую вот эти, да? Я начну с тебя, а потом пойду бродить, потом вернусь к тебе. Время хватит. У меня мотор пошел уже. Еще, может быть, буду кашлять. Сейчас, секундочку, я освободил свой телефон, кстати говоря. Большой молодец. Полдня этим занимался. Сейчас, подожди, включи. Я сейчас температуру, я сейчас. Чего? Сейчас. А Саш, там что-то кто-то там, я не знаю. К вам, не к вам? Нет, мы никого не ждем. Где это? Сейчас не тут даже есть возможность тебя приукрасить, если хочешь. Он делает так, как лоба армии такого, в надзеленном. Ну, типа, укрощи. Видишь?
А я уже работаю. А я люблю самые случайные ноты, которые возникают, не наигранные. Я все буду бродить вокруг тебя. Ой, красота. Хорошо настроен рояль. Звучит приятно. Thank you.
Thank you.
Я не думаю, что нам нужен сотрудник. Я сам, честно говоря. Нет, все это отлично записано. Поехали монтировать. Нет, поехали ко мне. Монтировать готов. Рубли не нужны. Чего? Рубли вообще не нужны. Чего не нужны? Рубли вообще не нужны. Рубли, по-моему... А? Чудесная погода, я говорю. Да, вообще.